Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Judgment, и сегодня, пожалуй, мы уже добрались до финала, насколько я понимаю. Глава 5, судный день. Нужно пойти забрать боеприпасы со склада, давайте сразу этим и займемся. У нас нападение было на базу. Кстати, подожди, у нас будет еще одно нападение на базу, точно? Да. Но давайте посмотрим, как наша... Если мы успеем или не успеем, ну, в общем... Тайник с боеприпасами. Отлично. Я рад увидеть архидемона. Давайте посмотрим, может быть, как наша... Да мы успеем вернуться, черт. Как ни крути. Не посмотрим, мне кажется. О, демоны нас напали по дороге. Я даже не успел камеру передвинуть, они все уже умерли. Негодяи. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас тут за... О, мы ночью пришли. Блин. Но, кстати, ночью-то ночью мы пришли, а у нас есть вышки, что даст, к примеру, Адаму невообразимое преимущество. Надо просто к этим вышкам будет заманивать всех врагов. Так. Катю вперед, она будет где-то здесь караулить. Марию. Аиду вперед вот сюда. А мы можем по этим же ходить, точно. Че я их так расставляю тогда? Давайте, кучками. И нам надо как-то кого-то выманить. Для этого, наверное, лучше всего подойдет Эдуард. У него дальность выше всех. Но радиус зрения у него не самый хороший, поэтому пойдет, как обычно, Амалия. И убегай. Хорошо. И убегай. Ой, демон идет. Так, хорошо. Сейчас немножко запаузим. Точнее, не запаузим, а скорость поменьше сделаем. Так. Демогорган. Ему хватит. Но этот не пошел, да? Архидемон. Надо пойти еще разок его позвать. Ну, давай. Хлоп. И убегай. Вот он. Дальности все равно не хватает, вот зараза. Надо было Марию садить, у нее дальность своя на единичку больше. Так бы да. Больше толку было, я думаю. Миниган и очки дополненной реальности мы получили. Хорошо. Приманка. Операция по захвату замка готова, однако отвлекающий маневр не повредит. Зная, что мастер, скорее всего, почувствует любую оккультную активность, ваша команда решает выполнить мощный ритуал в надежде, что он отвлечет часть сил замка от точки атаки. В момент выполнения заманивающего ритуала у вас будет короткое временное окно для совершения атаки на замок. Убедитесь, что ваша команда готова к бою.
перед проведением ритуала. Так, идем. Я крафтил там эту, да, я хотел посмотреть на лучевую пушку. Кому мы ее дадим? Надо ли она нам вообще? А, мы хотели... Да, давайте сейчас Марию и Амалию перераспределим. Мария у нас на автоматическое оружие идет. Редкое огнестрельное. Урон... И стрельба. И берешь миниган. И берешь вот эту штуку, наверное. У нее урон больше выходит. Не урон, а урон в секунду сам по себе. А Мария... Как раз давайте на лучевую пушку. Это у нас механическое оружие. И механическое оружие. Так. Ну и урон. И дальность. Так. Держим. Держим. Я думаю, мы без бинокля перебьемся. Кстати, 13 уклонений, неплохо так. Но все равно слабенько. Что я хотел? Кому? Чего? Был какой-то план... У нас вроде на механическое ничего такого нет. Скорость атаки плюс 20. Имбирный экстракт. Но тоже, надо ли? Хотя длительность, слушайте, а длительность-то реально крутая. Ха, возьмем. Возьмем, возьмем. Но тут я лучше оставлю эти 12 свои родные, а ей попробуем. Имбирного экстракта. И у нас нападение сейчас, да. Наверное, подождем его, уже враги приближаются, атака неизбежна. И... Разведка не в тему совсем. Что у нас значит выполнить отвлекающий ритуал на площадке оккультной? О, нитроцеллюлоза нам нужна. Хорошо, это интересно. Давайте поищем. Нитроцеллюлоза. 25 мест, где ее можно найти. Ну и опять же, вот сюда, наверное, и пойдем. Отношения улучшились с загородным клубом. А, ну тут простенько совсем. Пошли, наверное, посмотрим, как наши бойцы там сами справятся. Ну, наши, да. Домашние бойцы. Я думаю, у них все получится. Да. Да. Готово.
Чё-то пока только один снайпер на месте. Второй, Брэндон, по-моему, третий, да? Рос четвертый, нет? Я надеюсь, что это два снайпера бегут. Да. Не хотите под сервером пострелять? Ну и ладно, как хотите. Чудесно. Нападения простецкие вообще. Так, пошли. Автобоем быстренько рассчитаем здесь пару боев. Возьмем это нитроцеллюлозы. Тут куча всякого барахла, которое нужно только там для одного задания и все. Ой-ой-ой, подожди. Не, я пойду лучше куда-нибудь. Я даже не знаю, тут везде страшно, я бы сказал. 8 белиалов. 3 часа ночи еще, черт. Давайте сюда, тут церберов побольше, они попроще, помягче. Ну и хотя бы не целая страница противников. Так, что там? 2 целлюлозы мы собрали. Ух ты. Ух ты. Да, это можно тоже зачистить. Так. И это выглядит довольно просто. Еще 2. А сколько нам надо для ритуала? Мы, получается, сколько? 8 собрали? А, надо всего 6. А у нас, по-моему, 8. Правильно? Да, 8, отлично. Возвращаемся. О, воды, кстати, смотрите, насколько меньше стало. Я бы взял. От такого отказываться не стоит. Надо кого-то на добычу воды одного поставить из наших сборщиков, например. Давай, Сонька. Забей на фермерство на время, а то мы сейчас с Аджарды все помрем. Неожиданно такое может запросто быть. Ну, игра, давай, живи, пожалуйста. Не умирай только. Так, хорошо. Что там у нас? Что там? Бронька, да, хорошая? А Эдуарду надо вот такую дать. А Амалии как раз вот эту потолще. Так как они на передовой будут вдвоем. На пару с Катей. Так, требуется помощь. Мы ритуал запускаем. Сколько там? Ну, довольно долгий на самом деле. Что по опыту у наших вот этих ребят? Давайте хотя бы на Эдуарда посмотрим. 1300 опыта надо ему набрать. Пойдем, ритуал реально долгий.
Пойдем куда-нибудь повоюем. Я пока буду думать, куда пойти повоевать. Ритуал закончится наверняка. Давай, давай в город вот сюда просто идем и все в подряд вот там чистим, пока ритуал будет идти. Посмотрим, как по опыту будет, конечно. Будет ли оно того стоить или нет. Давай по порядку. Что пишут? 62 Эдуарду и Аиде. Ну, в принципе, я думаю, там дальше еще будут бои чуть более серьезные в городе. Может, опыта будет тоже побольше. 55-42. Адаму не достается ничего. Хотя его я хотел, наверное, подкачать, да? Или Эдуарда? Кого-то из них. Наверное, Адам хотел больше подкачать. 15-15-43. Эдуард весь опыт забирает. Со снайперкой с этой, да. А, кстати, я снайперки новые не открыл же, да, еще? Мне на них, по-моему, 4000 опыта нужно было. Не опыта, а науки. Будем ли мы с ними возиться или попробуем так пойти на финальную битву? Как я понимаю, разборки с мастером мастером эфира будут финальными уже, да? Сорок шесть, 35. Ну, опыт идет. Адаму только вот реально ничего вообще не достается. Стычка. А ну-ка. Эти стычки. Ух, Аида как сразу, да? Молодчинка такая. Ладно, я пока нажму на паузу. Тут ничего интересного нет. Мы сюда не ради лута, просто ради опыта пришли, поэтому будем фармить. И как только ритуал закончится, будем там или возвращаться, ну, наверное, да, возвращаться на базу первым делом. Потом уже будем дальше смотреть, что по сюжету нам предложат. А пока подфармим чутка. Кстати, Адам опыта получает больше, когда мы бьем противников, где есть легионы. И как раз вот на этом уровне мы еще урон особо не получаем. Ну, не на этом, чуть-чуть пониже этого. Но опыта идет вроде как побольше в общей сложности. Ну, тут совсем много, да, относительно. Поэтому, наверное, пойдем сейчас поищем где-то места. Вот где-то на таком вот уровне мы урона вроде особо не получаем. Да? Вообще, ну, чуть-чуть было, но он, наверное, весь вылечится после боя. А опыта получаем, ну, по-моему, больше в общей сложности, да? Адаму достается, Аида тоже. Аиде до 10-го не так далеко, кажется. Так, куда бы нам тогда пойти? Вот сюда, наверное, да? Вот этот вот вариант мне нравится. Этот пока слишком тяжелый, а этот слишком слабый. Значит, вот это лучший вариант. Отправляемся. Стэн уровень поднял. 10-й, да. Тут танцором. Все танцевать, короче, будут у нас. Потому что я не знаю, куда последних там пару-тройку очков многим кидать. Некуда просто. Так, хорошо. И вот тут вот почистим. Надо посмотреть, как там дела идут на базе у нас.
Это вот этот как раз, да, прогресс. Не от алюминия иконка. Хорошо. Давайте зачищать тогда здесь все, что можно. Ради экспы. Неплохо. Все, что-то я уморился уже тут фармить все эти места интереса. Давайте посмотрим. Как минимум, все взяли по уровню. Ну, кроме Кати, конечно. Эдуард, Адам и Аида по одному уровню точно взяли. Насобирал я 5500 лома и кучу всякого барахла. Торговец. Давайте посмотрим, что у него. Дальность 3. Интересно. Так. А, наша группа уже на базе. Давайте мы... Как тут? Ой, скоро ритуал закончится. Отлично. Давайте уровни поднимаем. Значит, Адам у нас берет скорость атаки, конечно же, и получает... ...180 ДПС. Адам. Я ожидал от тебя большего. Так, скорость атаки тоже берем. Конечно же. Да, да. Что у нас дальше? Аида уровень подняла. Аиде мы вкачиваем редкую святую броню. И тут дилемма. Или выйти сейчас вот в эту броню, чтобы Аиде дать доспех. Или все-таки взять управляемые снайперки. Я беру их и возьму две. Две, одну мне надо только. Черт. Да. Одна только, в принципе-то, нужна. Поэтому крафтим. А мы можем скрафтить даже несколько. Хорошо. Кто у нас тут? Штурм. Вот и настал момент начала боевой части операции. Штурм замка. Отвлекающий ритуал успешно сработал. Часть сил мастера покинула замок. И он стал более уязвимым. Служебный вход во внешней южной стене открыт. Группа может попытаться войти в замок. В этом месте оно практически беззащитно. Атакуйте замок мастера. Кайл. Тут лапнуться решил. Будем мы снайперку тогда эту ждать или не будем? Крафтит ее кто-то? Никто не крафтит. Рос, ты у нас крафтер, правильно? Давай. А Катю отправим. Эврика. 600 очей мы получили. Так, Катю отправим. Да давай всех лечим. Чё нам там стесняться там? Дождемся снайперки. Броню, к сожалению, мы пропускаем. Стоп, что? Кто? Что произошло? Почему кто-то что-то начал здесь крафтить другое? Что за бред только что произошел? И почему мы заново ее крафтим? Мы же не скрафтили, правильно, ее? Нет? Нет. А как, какого фига вот это вот только что было? Он практически наполовину ее докрафтил, потом пошел поспать. Кто-то пришел на его место и сбросил крафт заново. Что произошло? Вот такое было уже не первый раз. Я понять не могу, что как это работает. Давай, Рос. Что? Опять что-то сбросилось? Какого фига? Видимо, значит, там первая, вторая снайперка, да? Крафтится. Рос просто начал крафтить вторую с нуля. Сейчас он пойдет спать, и кто-то продолжит крафтить третью, и мы начнем... О, боже мой, рахитская какая-то система.
Надо было одну только в очереди ставить, и все. Давай, Рос, не отвлекайся. Давайте ритуал, чтобы никто не спал. Где он там проводится? Долго? Важно. Сейчас узнаем. Где-то Лиска уже бежит. 600. Наверное, не успеет. Он пойдет все равно спать. И кто-то пойдет сюда что-то новое крафтить. Да. Ну какого хрена? Ну какого? Ну ел... Нет, Рос, ну занято. Занята эта мастерская. Ну как до этих тупорылых не дойдет? Ну никому не нужно сюда идти больше. О, боже мой. Сейчас нападение еще будет. Ну какого фига? Мне там в задании писало, что у меня будет ограниченное временное окно, чтобы быстренько... Нет, 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 Рос, ну не тупи. Как, куда ты пошел? Иди крафтить. Какой Тимур? Подожди, Рос, нам надо. Рос, ты меня совсем сбиваешь с толку уже. Давай, доделай. Одна снайперочка. Враги приближаются уже. Нам надо срочно сваливать отсюда. Давай, 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 давай. Оп, есть. Августа, держи. Так. И... По-моему, никто у нас не докачался до снайпера еще. Можно, кстати... базуку выдать Кайлу на случай, если вдруг враги пройдут. Сейчас мы проверим. Да, никто не готов еще. Давайте Тимуру возьмем лазерку. Ну хорошо. Мы тогда пошли. На самом-то деле. Атака. На мастера эфира. На мастера зефира. Вообще, мне ребята, по-моему, говорили, что там может быть несколько концовок в игре. Я, может, что-то не так понял или что-то перепутал. Сложный выбор. А, может быть, кстати... Ага, вот в чем несколько концовок. Хорошо. Несмотря на то, что полной ясности в вызове пожирателя нет, атакует ли он демонов, присоединится ли к ним, оккультная команда настаивает на проведении ритуала призыва, аргументируя тем, что использование магического круга рекрутеров, питающегося от оккультного генератора, повысит шанс успеха. Призыв займет всего несколько минут, поэтому достаточно одного человека, который будет проводить ритуал, а остальные силы будут его охранять. Ученые тем временем полностью уверены, что связь между оккультным генератором и адскими вратами дает огромное преимущество. Воздействие антиматерии на генератор автоматически будет применено и к вратам, и полностью их уничтожит. К сожалению, взрыв такой мощности уничтожит и весь замок, приведя к смерти множество рабов внутри. Тревожные вести поступают от разведчиков, находящихся возле портала. Он сильно пульсирует и уже начал видоизменяться. Сейчас самое время поставить таймер на детонаторе и начать эвакуацию вашей группы. Выбор за вами. Призвать пожирателя или уничтожить генератор с помощью антиматерии. Что мы будем делать? Призывать или уничтожать? Я даже не знаю.
Это вход. Похоже. Так. Как же лагает тут игра. Коварная подруга, однако. Так, хорошо. Снайпера это больно. Пока, наверное, лечиться не будем. У меня две лечилки на 100% есть, если вдруг чего. Вот это, по идее, та штука, которая нам надо, правильно? Все куда-то уходят. Ну и ладно. Давайте вот эту быстренько сейчас запинаем. Ух, Катя достается, однако. Лечимся. О, с бензопилой. Мы ее увидели наконец-то. Так, что взорвалось? Это от нашей этой, да, ракетницы? Стоп, нет. Ух ты, ёлки-палки. Вот оно там чё откуда. Вот чё взрывается, наверное. Ёлки-палки-то, а? Вот и лечение. Не-не-не, уходим. Тихо. Есть, хорошо. Отступаем. Так. Фу, я даже не знаю, как мы тут сейчас. Снайперы стреляют? А у нас как раз снайперы это Августа и Эдуард, да? Да, которые не стреляют, потому что... Вот кто по ним тут стрелял, правильно? Попробуем сейчас зафокусить эту мадам. И поможем точным выстрелом. Хорошо. Мария, присоединяйся к нам, Катя. Эти по нам еще хоть не стреляют, вроде, да? Ух ты, как тут все интересненько. Нам сейчас, может быть, придется переигрывать эту битву еще. 25% лечения. Давайте Катю. Так, Адам. Ты отходи. А то ты сейчас умрешь, я смотрю. Опа! Кто умер? И это был Эдуард умер. Ох ты, елки-палки. Кто стреляет? Хрен поймешь, вот кто стреляет. Так, ладно, нам, я кажется, слишком разогнался. Надо.
Это дело заново. Не спеша и осторожно. Надо было тупо снайперов одних брать. Больше никто тут не нужен был. С такой дальности. Так. Группы небольшие у противников. И снайперы, я думаю, очень быстро бы и без особых проблем с ними разбирались. Даже не подпуская на дальность выстрела большую часть противников, так точно. Двух снайперов мало вообще. Надо было бы Аиду, наверное, да, поменять на снайпера. Что? Ни разу никто не попал? Тело, кстати, с миниганом. Ладно, все, будем выжидать. И потихонечку, не спеша, продвигаться. Прячась за всеми возможными укрытиями. О, Августа у нас отстает. Где-то я ее не выбрал. Видать. Так, а вот теперь Эдуард и Августа. Давайте. Ух, тут еще выходит. Как не кстати. Давай, Катя, вперед. Амалия сюда. Адам тоже сюда. Мария уже отхватывает. Так. Вообще. Просто жесть. Минигана нам одного бы хватило. Вот, кстати, эта синяя штука. Да, это она. Интересная битва будет. Ну, не-не-не, отходим. Выпилили Аиду моментально. Так. Мне кажется, надо вернуться домой и взять две снайперки. И один миниган у нас у Адама, наверное, останется. Всем остальным снайперки. Вот это все фигня. Да, я загружаюсь. Ну что?
у всех снайперки, у одной только 50-й калибр. Один миниган у Амалии, потому что Амалия у нас бандит, у нее урон больше. Точнее, ну, и, да, и урон, и скорость атаки у нее все больше, поэтому ей. Миниган я оставил. Гранатомет не берем. И пойдем вот в такой команде. Взял парочку аптечек, плюс еще купил навык полевой медицины, книжку торговец привез, поэтому будем работать с таким вариантом. Давайте посмотрим, будет лучше, хуже или как вообще. Если бы еще не подлагивала так игра во время этой битвы, потому что там карта огромная и еле держит игра. Плюс бинокль взял. Дальность на 4 увеличим. Будет хорошо, тем более, когда у нас столько снайперов. Это нам пригодится. Вот, ну и идем потихоньку. У Адама и Эдуарда дальность не на максимум еще тоже прокачана, конечно, поэтому... Так, сразу фокусим это тело быстренько. Катя, остановись. Амалия, тоже остановись. Дальше фокусим второе тело. И нам даже не пришлось к нему подходить ближе. Хорошо. Аида, иди сюда. Сюда бы выйти, конечно. Тут более хорошее место для того, чтобы там прятаться. Может быть, мы сможем кого-то Амалией тоже... А, стоп, не Амалией, а... Аидой, например, или... Кто у нас? Вот Мария, может быть... Сможет сейчас выстрел один зарядить и убежать. Стоп, стоп, стоп. Нет, заряжаем, все правильно. Эти остановились. Так, отходим. И наши снайперы ловят. Ловят, правда, так не очень. Хорошо. Хорошо. Катя, давай сюда. Пожалуй. Чё мы все сидим? Чё мы ждем? Приказа. Хорошо. Кто-то там еще идет. Отступим немного, чтобы дать больше времени снайперам нашим. Хорошо. Ну что, идем. Оп, так, не идем никуда. Ждем, ждем. Нет, сидим и ждем. Долго мы что-то ждали. Надо было сразу атаковать. И теперь можно вперед подвести Амалию. И она их сейчас допилит тут хорошо, быстренько. Лечимся. У, стоп. Августа тут пострадавшая так сильно. Окей. Отсюда должны вроде бы еще прийти ребята. Патруль там ходил. Может быть, еще вернется.
Нам надо Амалию сюда, а тебя сюда. Но мы урона тоже много получили, конечно. Никто не спешит выходить. Марии надо было дать эту вторую снайперку. А, мы тут... Нет, мы всех перебили. Чё-то не спешат ребята отсюда выходить. А, это там с бензопилой подруга, которая Катю пилила. Так. Ну давайте, я знаю, что кто-то сюда точно ходит. Я жду. И не спешу. Сюда, наверное. Катя закрыта со всех сторон. Будем надеяться, что на нее будут нападать. А Мария пойдет сейчас кого-то пытаться агрить, отстреливать. Так. Кого там мы видим? Да ёлки-палки, давай уже. Ну что ж ты будешь делать? Ни по кому не пострелять. Надо Катю куда-то уже переводить. Раз такая пьянка. Так, 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 тихо, 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 давай. Ну, наконец-то ты выстрелила сразу, а не вот это вот. Так, Аиду давайте вперед подведем. Амалию. Так, эти двое целятся уже, хорошо. Ага, а по Кате... А, нет, стреляют, стреляют, идут. Катя тоже. Отлично. Еще там кто-то ходит. Пошли встречать. Хорошо. Так, лечение стопроцентное, им пока пользоваться не будем. Давайте что-нибудь попроще для Кати пока что. Вот тут вот стояло это, да, где-то место похожее. Штука для призыва.
пойдем, наверное, сюда. Мы за ней защиту неплохую получаем. Ух ты! Так, а вот этих ребят я так не ожидал. И там стреляет издалека еще кто-то. Так. Отходим. Отходим, и тут хотя бы их Амалия может встретить, но Амалию надо подлечить. Катя, давай, иди вперед. Амалию надо подлечить 100% лечением. Аида, добиваю вот это тело. Так, ты лечишь, по-моему, да? Да, ты уже стреляешь. Адам, тоже стреляй, наверное, по вот этому телу. Мария, тоже давай фокусим. Так. Аида, отходи. Тебя сейчас тут засверлят в усмерть. Нехорошо это все. Аида может сама быстро полечиться, но, пожалуй, нет. Лучше мы вот ей 100% лечение сейчас дадим. Оп-оп-оп, давай, быстрее. Есть, раз. О, как много. Эдуард урона получил. Так, фух. Тяжелый бой. Вот это вот самые сложные бои, это реально с другими людьми. У них у многих снайперки, у них у многих дальнобойное оружие, они живучие гораздо более, чем демоны. Могилки нам защиту дают? Нет, не дают. Так, два ветерана, еще ветеран, надо отступить, наверное, спрятаться сюда. Попробовать хотя бы. Так, стреляем, короче, тут тело с миниганом, дальше дальность 12... Дальность 5 идет к нам. Ну, Катя, давай. Так. Хорошо. Не очень, но хорошо. У нас еще немного лечений есть. Так. Я предполагаю, нам все-таки сюда куда-то, да? За этими прятаться хорошо. Поэтому давай, Катя, ты сюда. Ходит, я вижу. Катю, наверное, чуть ближе подведем. Может, сюда? Эта штука, по-моему, тоже... А, нет, не дает защиту. Вроде здесь только двое было, не страшно. И теперь магический круг. С
которым нужно что-то сделать будет. Так. Кто у нас? Наверное, какой-нибудь Эдуард будет, да? Работать с кругом. Мы же правильно... Стоп. Мы или вызываем пожирателя, и или нужно уничтожить генератор с помощью антиматерии. Я думаю, стоит уничтожить генератор, который я не знаю где. Может быть, где-то здесь, да? Или здесь тоже как вариант. Тут вон мертвые тела. Но интересно, конечно, попробовать и то, и другое. Посмотреть, что будет. Ну, давайте попробуем сейчас пока призвать этого демона, пожирателя. Адам у нас будет танчить тут, походу, сейчас. Кто там идет? Давайте посмотрим. Так. Эдуард призывает. Значит, вот эти все ребята стреляют. Хорошо. В Амалию влетело не слабо так. Призывать мы будем долго, конечно. Еще много волн, я чувствую, будет. Вот эта вот система со здоровьем мне, конечно, не нравится. То, что вот эта белая полоска здоровья, зеленая. Очень плохо. Так. Нам надо... А что, у них вроде оружие одинаковое, да? Наверное, просто разные эти, но выглядят одинаково. Так, Эдуарда мы не трогаем. Фокусим вот это тело в первую очередь. А сюда сейчас еще подведем Амалию. Так. Ух! Чем это в Эдуарда так зарядили? Жестоко. Давай мелким лечением. Наши просто аптечки вот эти на 100%, они бесполезные. Лучше бы было много аптечек там на 25% или что-нибудь типа того. Учитывая, что мы не можем дальше белой полоски лечиться. Что там, давайте. Может, снизу отсюда пошли, да? Может быть, такое же. Поэтому идут так долго. Ну или просто на половине они придут. Следующая волна. Оп, так, смотрим. На пару с демонами. Вот это... Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это очень плохо прям, я бы сказал. Вот это прям супер плохо. Катя, давай вперед. Потому что кина не будет сейчас. Сейчас нас всех перебьют здесь. И демоны там фигачат-то не слабо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Адам пусть немного потанчит.
Ох. Эдуард, живи, ему еще тупо один удар и все. А нам еще вызывать и вызывать, и следующая волна, наверное, еще больше будет. Правильно, я понимаю. Все, аптечек у нас... А, вот у тебя, да, две аптечки, которые, ну, вообще никуда, да? А, одна даже, одну мы уже использовали. Так, ладно, Аиду сюда. Августа сюда. Мария здесь тоже сидит. Катю, я даже не знаю, что с Катей-то. Ну, будем сейчас смотреть. Думать. Противники еще и отсюда могут выйти, поэтому... О, я даже не знаю. Еще одно нападение мы переживем, но два мы, наверное, уже не переживем. Тем более, если они будут более серьезные. А вот сейчас... А, отсюда пошли. Хорошо. Не знаю, насколько хорошо. Шадимы с атакой по области, что ли? Нет, не по области. Хорошо. Эдуард выжил, это самое главное. Заканчивай, пожалуйста. Вот это все. Но противников было поменьше сейчас. Я думал, будет с каждым разом все больше и больше. Мы выиграли. Больше никто не пришел. 1 000 000 убитых врагов. Вагоны опыта просто. И все Адаму достались. The tense moments outside the walls dragged on for what seemed like forever as the summoning spell worked its magic. Вот, точно, это верно было. But then the demon eater appeared. Easily 100 feet tall on a robust orange frame, towering above even the tallest trees of the forest. The effect of its presence was instantaneous. You didn't have to wait for the huge beast to turn against the demons that had been hounding your every step only moments ago. They seemed to immediately understand the implications and flew past your group in a beeline for the Hellgate, anxious to escape. A few unlucky demons had the bad fortune to run into the great beast's cloven feet. It picked them casually in twos and threes, and they howled like crazy until it closed its heavily toothed maw upon them. Alas, not only demons were consumed by the creature. The demon eater's rage was incandescent. The beast lashed blindly at friend and foe. Among the mayhem, you could spot the lifeless husks of human remains. Their souls sucked out of their bodies. Of the Hellgate, there remains no trace. Did the demons somehow close the portal to escape the Demon Eater? Although the demon plague seems to have run its course now, the future of the human race still seems uncertain. The smoldering ruins of Aether's fortress remain a testament to the ability of humans to treat each other inhumanely. What will you do now? The Demon Eater is still at large. The small wooden walls of your settlements will offer no safety from such a monster. Will it eat all the demons and then disappear? Will you be able to banish it back where it came from? One can only hope. Так, хорошо, интересно. Одну концовку мы посмотрели. Что нам сейчас еще расскажут?
И расскажут ли что-то еще. Мы... Новая надежда. Поздравляем с завершением основной кампании. Вы нанесли сокрушающий удар по дьявольскому нашествию. Теперь человечество имеет шансы на выживание, но даже после завершения кампании вы можете продолжить игру в режиме песочницы. Больше сюжетных заданий не будет, но вы можете заняться расширением базы, исследованием мира и поисками дополнительных выживших. Ваши враги будут становиться сильнее, в числе и умения. Словно игра не была завершена. Удачи. Жаль, что не увидим мы пожирателя, не сможем с ним справиться. Было бы интересно посмотреть на это все. Но хорошо, давайте мы еще посмотрим на вторую концовку. Мне очень интересно. Оккультная победа и автосохранение перед атакой. Давайте посмотрим, что там будет. Ну, я сейчас, наверное, на паузе зачищу всю эту территорию, потому что это долго и неприятно. И перед тем, как мы поймем, что где взрывать надо, будем взрывать. Так, вот, похоже, штука, которую нужно уничтожить. Я всю карту не чистил, тут еще есть противники, я уверен, поэтому посмотрим, что сейчас будет. Давайте, сейчас, кстати, гораздо легче мы прошли. Снайперы четенько отстреливали, вообще шикарно, все и всех. И мне ребята говорили, ты что, больше одного снайпера вообще в команде нельзя, чтобы находилось? Это вообще... Как? Я не знаю, как? Как играть без 5 снайперов в этой миссии, во всяком случае? Вот что-что, как вариант, так это... стоп, нам надо здесь тоже оборону держать, я как-то... Подожди. Об этом я как-то не подумал. Противники могут и оттуда идти, и отсюда, и отсюда. О, это будет неприятно, слушайте. Ага, и он в любом случае чистит только с этой стороны. Это неприятно. Так, вы не хотите этого демона убить? Может быть, пора бы. Так, Амалия, дуй сюда. Катя, лечи. Это я первое только лечение сейчас использую. Проблема будет, если отсюда придут противники. Если они будут все четенько отсюда топать, будет хорошо, я не против. Короче, тоже, да, будет много волн. Много неприятных волн. Давайте, наверное, чуть дальше, Амалию. Сюда куда-нибудь. Вот так сделаем. Так, у кого у нас лечение еще? Катю давай. Ух ты. Вот этого я и боялся больше всего. Того, что отсюда будут приходить противники. Будет нам очень и очень плохо из-за этого. И мы ничего не можем здесь сделать. Здесь просто очень неудобное место. Вот, кстати, Августе сейчас хорошо зайдет вот это 100% лечение. Секунду. Ко мне мой архидемон ворвался и когти точить начал. Так. Давай, Эдуард. Еще вроде два нападения, да? Плюс-минус. О, нет. Все, походу, отсюда идут. Мария тут танчить сейчас будет. Наверное. У нее есть чудесная
вот эта вот обилочка. Это не стреляет, потому что далеко. Ох ты! Да. Пока, Мария. Потанковала. Вот это жесть. Хотя бы с этой стороны пошли. Просто они когда выходят отсюда, у них Эдуард открытый. А, все? Стоп. Не, ну ладно. Так. По-моему, в первом варианте было лучше. The initial explosion in the fortress was spectacular, and a split second later, a clear, shimmering light could be seen arcing up and onto the Hellgate. There was a loud noise coming from the distance. An almost painful pressure filled the blackened skies and took some minutes to dissipate. Then, like the quiet sunrise of a new day, the darkened pressure abated, and a great sense of calm filled the air. The explosion caused considerably greater damage than expected, engulfing the entire fortress in flames. You realize there is little hope that any of the poor captives inside survived. Of the Hellgate, nothing remains. No portal is to be seen, and the air offers nothing more than a faint sulfur stench. No more demons will come flooding through the Hellgate, but many of the invaders are already here. Nothing is certain about the future. The smoldering ruins of Aether's fortress remain a testament to the ability of humans to treat each other inhumanely. What will you do now? Will you stay together, or will you find a larger and safer group to join? Soon it will be time for you, the survivors, to rebuild your world from the ashes of the apocalypse. Will you make it a better one? Но этот финал заметно лучше. У нас не бродит бешеный демон по окрестностям, да, который убивает всех. Тут были жертвы во время взрыва, но мне кажется, что их намного меньше, чем те жертвы, которые останутся впоследствии после вызова демона, который будет в ярости ходить и все и всех уничтожать. Поэтому этот финал получше. Хорошо, тут то же самое, и мы посмотрели на оба финала. Нам даже не... с обороной оказалось все намного проще. 4 снайпера, тоже мне там ребята в комментах писали. Ты что, один снайпер на базе больше вообще ни в коем случае? Как? Как объясните и зачем? Когда у нас вон сколько? 4... 5 снайперов, да, и все. К нам никто ни разу не подходил. Ну, короче. Каждый тут играет по-своему. И каждый... может, да, как-то решает, собственно, каким оружием ему пользоваться и, в принципе, как ему играть. И снайперки здесь просто... Может, люди играли на более ранних версиях игры, когда баланс был какой-то другой, но сейчас снайперки — это лучшее оружие в игре. Кроме снайперок, ну и, может быть, минигана одного вообще ничего не надо.
может быть, второй миниган, да, вместо танка. Это было, может быть, интересно вполне. Вот, но в любом случае, игра закончена. Довольно неплохо закончена. Оба финала мы посмотрели. Хотя мне не нравятся такие игры, когда финалы разные, но выбор финала уже в самом финале, вот, да. Но все равно, как бы, нормально, нормально. Небольшая развилка есть, хоть и в самом конце, и развилка там прям совсем небольшая, но интересно было. И на этом с Judgment'ом покончено. Игра обновляться вроде не планируется, разработчики сейчас делают другую игру уже полным ходом. Может быть, мы на нее посмотрим как-нибудь, я не помню, как она называется, про города. Такой загадочный немного. Даже не то чтобы градостроительный симулятор, не то чтобы прям стратегия. Ну, короче, такая необычная игра. Ну, в общем, мне игра понравилась. Я даже жалею немного, что я раньше ее не прошел, что раньше на нее внимания не обратил. Как-то я к ней слишком скептически относился, оказалась очень даже интересной. Многие вещи можно было бы получше сделать, поинтереснее, поприятнее, но в целом мне определенно понравилось. Я получил массу удовольствия. Надеюсь, вам тоже понравилось это прохождение. И всем спасибо за этот просмотр. И пока. Увидимся в новом прохождении.